Всех приветствую. Светлана Осипова-Бобова, город Санкт-Петербург, селекция ОС. Хочется поблагодарить Владимира Николаевича и Ирину Леонидовну за приглашение. Собиралась приехать, но не сложилось, увы. Симпозиумами я увлеклась в 2014 году. Люблю красивые розетки и интересные листья. Одним из первых сортов коллекции был санковский пипелс. Мне очень хотелось тогда принести эти колокольчики на пёструю розетку. Поэтому весной 2015 году начала проводить свое первое опыление. В том же году мне попалась изумительная фотография Мактиамата, выращенная Татьяной Юрьевной Третьяковой. Начала собирать клопамусы. И поняла, что хочу создать белоцветковые, которые в тот момент не существовали. Получилось. Самое удачное в посеве оказался сорт Тос-де-Зире, который я стала использовать для дальнейшей работы в своих крестах. Из новинок от этих скрещиваний хочется представить несколько сортов. Это Оздуши Сияние, клокамусный белоцветковый мозаичник, полумини с послушной розеткой. Фиалка получилась непривередливой. Розетки растут сами покладистыми, ровными тарелочками. Много света им, как для обычных клокамусов, не требуется. Ос-Шалимар. Клокамус с пестролистностью типа Томилоу и фантазийными полосатыми цветками, которые передаются листом. У фиалки получилась послушная, идеально растущая в любых условиях миниатюрная розетка. Вновь раскрывшиеся цветки, контрастнее, с возрастом, словно акварель на мокром, расплываются штрихи и полоски, отчего цветы не перестают быть интересными. Ос Фифа. Клокамус Томилоу с волнистыми яркими фантазийными розовыми анютками. Полуминиатюра. Фиалка получилась очень позитивной. Ос-барашек. Клокамус с кудрявыми листьями и белыми полумахровыми цветками, зеленым рюшем в прохладе. Пестролистность фиалки кроновая. Ос-айдарабл. Послушный клокамус томилоу. Фиалки синие, волнистые цветки с белым рюшем. Полуминиатюра. Мне хочется показать вам также мои новые клокамусы, тип пестролистности которых я не могу определить. Думаю, это получилась комбинация из всех трех типов. Томилоу, кроновый, мозаичный. Очень колоритные, красивые растения. Буду признательна за помощь в определении. Следующие три новых сорта – это лангефалийные клокамусы. Ос Нероли – белоцветковый сорт с кроновой пестролистностью. Полумини. Ос Гипербория – синецветковый трейлер с волнистыми листьями, пестролистность типа томилоу, полумини. И ос Монтессори – расцветковый клокамус с томилоу. А это группа моих новых клокамусов. В прошлом году мне удалось создать симполии с лангефалийными геропластинами. С несколькими сеянцами я уже начала работать. А в этом году завершила работу по созданию еще одной листовой химеры – ос любимому мужу, полученная от моего лонгсеянца. Химера прекрасно дублируется и не зависит от пары грунта. В планах на будущее – создание листовых химер из своих сеянцев. Работа по нескольким спортам уже ведется. Это спорты от моих лонгов и клокамусов. Также очень хочется получить мозаичники, как в серии Genetic Джеффа Смита.
с различным типом жилкования листовой пластины. И самая заветная моя мечта – это красноцветковый мозаичный клакамус с послушной розеткой. Вот примерно такой. Хотелось бы, конечно, с более выраженной Лилиан Жаррет. На этом все. Благодарю за внимание. Желаю всем успехов в ваших начинаниях. С теплом я!